Здравствуйте, я Владимир Якуба, это проект «Будь успешен» специально для Работы.ру. Как рассказать о причинах своего увольнения на собеседованиях? Об этом я хотел бы поговорить на нашей сегодняшней прогулке. В случае, когда вы приходите на собеседование в компанию, вам часто задают один и тот же вопрос, почему вы ушли с прошлого места работы. И причины у вас часто бывают не самые красивые. Я вам дам две формулировки, которые могут быть вам полезными. Причина наиболее часто это, например, не сработался с руководителем, компания закрывается, снижается бизнес. Третье, я просто не справился с обязанностями. Четвертое, меня в конце концов уволили, но по заявлению мы, по договоренности мы смогли сделать вывод о том, что не будет ничего по статье. Однако сказать об этом мы не можем часто. Поэтому две формулировки. Первое. Я, как видите, 3 года проработал в компании, мы достигли определенных успехов, в частности, нам удалось на 12% повысить продажи, узнаваемость в 4 регионах стала существенно больше, и я выполнил свои задачи, как можно сказать, от А до Я, те поставленные, которые ставились передо мной еще 3 года тому назад. И поэтому мне необходимо просто сделать новую ступень в карьере, и по этой причине я принял решение и, в общем-то, переговорил с руководством, мое решение поддержали, о том, что необходимо идти вперед. В общем-то, как понимаете, у меня 2 дороги. Или развиваться в компании, расти вверх, или же новую компанию, нового работодателя искать. К сожалению, компания не смогла мне предложить что-то стоящее, поэтому у меня остался только один вариант. Очень жаль, потому что компания действительно очень многое дала мне для развития. Это первая формулировка. То есть в результате сначала вы подчеркиваете то, что вы сделали, после этого вы говорите о том, что есть 2 дороги, и третье, так как работодатель не смог вам ничего предоставить достойного, вы сделали нужное решение и остались один на один с внешними работодателями. А вторую формулировку я расскажу вам в одном из следующих видео. Спасибо.